В Красногорске стартовала прививочная кампания против COVID-19. Пункт вакцинации в поликлинике первой больницы проверила начальник управления по социальным вопросам администрации округа Эльвира Ковалерская. Первое и самое важное – условия хранения препарата, разработки института Гамалеи «Спутник ВИ». Держит температуру от минус 18 и ниже. Положены термометры, положен термоиндикатор, фиксирующий отрицательную температуру. Вакцина разложена на вакцинацию и ревакцинацию, разложено так, чтобы воздух кондиционировал у каждой вакцины отдельно. В первую Красногорскую еще 2 декабря поступило 100 доз препарата. Желающим привиться, жителям Красногорска и всей Московской области, первым делом необходимо обратиться в инфоцентр поликлиники. Дистанционная запись пока не предусмотрена. Им выдается направление для сдачи крови на иммуноглобулины класса G. Если они отрицательные, да, то дальше пациент направляется уже к врачу, непосредственно терапевту, который проводит предварительный осмотр, да, выясняет противопоказания и показания для вакцинации и непосредственно уже направляет на вакцинацию. «Спутник ВИ» абсолютно противопоказан не только обладателям иммуноглобулина класса G, иначе говоря, тем, кто перенес COVID-19, гражданам с признаками ОРВИ, людям младше 18 и старше 60, а также беременным прививку тоже не сделают. Всем остальным смело на прием, к чему и призывают первые пациенты. Каждый человек должен быть социально ответственным, своей гражданской позицией, помогать миру выбраться из этой ужасной ситуации. И я считаю, что нужно всем стараться решить прийти на вакцинацию. Я доверяю нашим ученым. Я считаю, что, вероятно, это будет одна из лучших вакцин в мире. Я очень верю в это. Я биолог, работаю в Институте молекулярной генетики в Москве. Я смотрела результаты, промежуточные результаты 3-й фазы. Они однозначно говорят о том, что вакцина безопасна, и она не может вызвать инфекцию, потому что это аденовирус, в нем нет коронавируса, в нем только один белок коронавируса. Моя мама и мой муж уже поставили вакцину, они приняли участие в клинических исследованиях 3-й фазы. Мы не боимся, это наша профессия, поскольку нас обучали этой работе, мы ее знаем, умеем и будем делать. Но наш гражданский долг – прививаться. Выполнить гражданский долг придется дважды. Через 3 недели нужно прийти на обязательную ревакцинацию. После прививки пациенты остаются под наблюдением в течение получаса. Если самочувствие в порядке, можно отправляться домой. Пройти вакцинацию красногорцы также могут в поликлинике № 3 в Павшинской пойме и в Нахабинской больнице.